Холушки, амигос, сами знаете кто, сами знаете что. Продолжаем. Так, я нашел пистолет, но не нашел к нему патронов. Да? А его нельзя почему-то выбрать в слот. Даже пустым нельзя. Я думаю, может, нацелишься на кого-нибудь, да хоть на понт возьмешь. Ну, типа, не каждый нига знает, что у тебя ствол не заряжен. Но нет, придется пугать их фонариком. Так, надо включить вторую скорость уже. Красться надоедает, не знаю, как... Как там эти атмосферные пацаны всю игру так проходят? Кровь на полу выглядела прямо черной лужей. Оу, что это такое? Щиток какой-то электрический, раздолбанный, походу. Тихо ты орешь. Джозеф. А, она подождала специально, пока он уйдет, а потом уже крикнула, как мне показалось. Потому что я не видел, почему она не могла позвать его сразу. Не видел причины этого не делать. Так. Полная мощность. А, типа пробки вылетела. И все пробки где-то в разных. А-а-а! Подождите, что-то знакомое, мне кажется, я во время прохождения сюжетки это вставлял, нет? Вставить деталь. Детали, видимо, все одинаковые будут. Так, я могу пойти туда сначала. Вниз-то я успею. А там лестницы нет? Нет. В принципе, жаль, что из Evil Within убрали перки, потому что я бы не прочь прокачать яркость этого долбанного фонарика, потому что, ну, он просто, не знаю, свет этого фонаря, это, блядь, я не знаю, эрекция пенсионера, потому что слабенький какой-то он. Не внушает он мне ни хрена. А это вовсе не дверь, оказывается, вот так вот. Круто. Хорошо, значит, все-таки вниз. Больше-то типа некуда. Так, ну раз Джозефа здесь никто за жопу не схватил. Ну, вообще-то вот это потенциальный хвататель жоп, потому что он двигается. А здесь не такие уж и волны, чтобы прямо его колыхать. Так. Ага. Здесь вообще, походу, неважно, по какой лестнице слезать вниз, так или иначе ты слезешь в этот общий зал. Ладно, на лестнице внимания не обращаем. Что это был за звук? Как будто радиопомехи какие-то. Что-то не отдупляйнен, как говорят немцы. А куда, мать твою, идти? Не отдупляхтунг абсолютниш. Может, здесь можно перелезть? Нет, эта кобыла не хочет даже пробовать. Хорошо. Ай, нравится. А куда же... А куда моя должна пойти? Мать твою, идти. Вообще, как я здесь оказался? А, вылез. Вот как к тому... рубильнику пройти, а? Так, может, это все-таки... А, нет. Вообще не работает клавомышь. Это должна быть, сука, дверь, иначе вообще полная борода, блядь. Чё делать-то, ёб твою мать, с ноги её выломай, нахрен.
Сука, меня бесит, блядь, моменты ёбнутые. Подождите, может, я просто детальку неправильно вставил? Оп. Да, ёбано. Вот это я, блядь, сука, с первого раза придумал, как наебаться в этой схеме, блин. Вот электрик из меня, вот кто-кто электрик без меня, вообще не получился никогда никакой. Я когда вижу эти схемы их, для меня это, не знаю, это все равно, что... Вот эти электрические схемы цепей, они даже самые простые, как там спаять микрофон, там... Для меня они, знаете, как, блядь, круги на полях, оставленные инопланетянами, вот точно такой же. Какой-то рисунок, что значит хуй просышь? Ой. Кукла плавает. Я надеюсь, что хозяйка этой куклы здесь рядом не затонула. Я как-то напрягся и помалкиваю. Так, ну тут лестниц нет. Все-таки на Silent Hill эта игра похожа намного больше, чем на Resident Evil. Просто вот она... В Резик он никогда таким не был мрачным. Резик он хоррором считался, потому что зомби. Но резьба всегда была, в общем-то, достаточно светлая. И атмосфера там никогда не нагнетала. Там просто сами зомби были обоссаться, какие твари. Шикарные монотонные зомбари. Кто-то кого-то хавает, я слышу. Но не вижу. А. Теперь вижу. Даже двух. Интересно. Это слепые или глухие враги? Как вы думаете? Ёбаный рот, это живое? Ой, не дай бог, не дай бог. Давайте посмотрим поподробнее на этих милых рыбок. Это ихтиандр. Вирус H. Это аквамен. Вирус A. Я его уже крюком проткнули. И отрезали член. В этом аквариуме они, в общем-то, одинаковые, просто в разных позах, с разными гаджетами. У этого, видите, к руке, как у Останака, самодельная пародия китайское бревно, и на нем вилы какие-то. Я даже не знаю, с какого расстояния лучше видно этот. Потому что, я не знаю, после рендера на ютубе вы увидите что-нибудь, или тут будет сплошной черный квадрат. Здесь такой же, как в предыдущем аквариуме, даже стоят почти в одних позах. Да не почти, а в одних. Так, здесь... Можно просунуть свое лицо. И жопу, соответственно. Женщина, она как кот, знаете, голова прошла, жопа тоже пролезет. Хотя не всякая, не всякая. Некоторые женщины не как страус. Голова прошла, а с жопой, ну ладно. А с жопой худеть надо. А, так это еще и морг. Смотрите, все 33 удовольствия в одном. Я каждый раз, когда в хорроре вижу морг, говорю, что в каждом хорроре обязательно он есть. Хоррор без морга — это как брачная ночь без невесты. Так, тут никого. Опа. Сюда можно залезть, но зачем?
Надо узнать. Хорошо бы сделать хоррор, где нельзя лазить, где попало. Залез не туда, получи пиздюлей. Это все не нажимается. Это все не нажимные кнопки, жаль. Я думаю, что как только я сейчас возьму очередную запчасть, на меня кто-нибудь здесь навалится по любасу. Так, выковыриваем. Вообще, я думаю... О боже, что за херня? Чё лязгнуло? Кто идет? Пирамида Хэт? Немезис? Вообще, я думаю, заметно, да, что скилл комментаторства куда-то пропадает у меня, когда я играю в хорроры. Я просто слишком заинтригован, чтобы, типа, генерировать шутки и так далее. Слишком очкую. Я такой весь внимательный, внимательный. Ой, ну только не говорите, что никто не вылезет. Странно, неужели здесь третий раз надо будет ходить? А может это потому, что я хожу тихо? Сука, они прямо ждут. Они прямо, вот бля, я базарю, они ждут, когда я сейчас выйду. А я тихо, как шептун новобрачного буду здесь. Ёбаный рот. Ой, ёпта, пизда. А чё, одним ударом убивает? Ничего себе, хардкор. Ну, я думаю, многие были морально готовы к тому, что кто-то вылезет. Например, я был. Но здесь это слишком как бы очевидно, это слишком напрашивается. И это хорошо. Потому что если бы они еще выпрыгивали, когда ты этого не ждешь, это было бы просто... просто убийство, я не знаю. На самом деле, очень классно. Мне так нравится эта игра. Это, наверное, лучшая за последнее время игра. И уж точно лучший хоррор этого года, наверное. Ну, Итан Картер в прошлом году зажег нормально. Ну, там и Outlast с другой стороны. Ну, Outlast, конечно, более хоррор. Но Итан Картер просто, не знаю, это самый яростный кирпич из моей жопы. В этом подземелье вывалился в Итане Картере. Это было настолько, блядь, неожиданно. Что ничего не оставалось, кроме как обгадиться. Ну что, он ушел? Каторжанин, блядь, хуев. Упс. Тушься, детка, тушься. Так, это эти, блядь. Да ну нахер. Я же еще даже не разобрался, куда мне идти. Мочи этих там за забором. Смотри, что псих делает, а. Все ящики проломал. Куда идти? Что делать? Сослёлик, ёбана. Народ.
Блять, слышишь, уже нахуй не смешно, уже пятый круг тут делаем, блядь. На нахуй, по загривку, блядь. Чтоб думала быстрее. А что делать-то, ёбаная комната, блядь? Я думал, на ящик залезть и куда-то... А, там ворота открыть надо. А, то есть его два раза надо отвлекать. Сейчас тоже надо было убежать, его еще раз там обмануть. Блядь, тупизна долбаная. Вот за это я и не люблю стелсы, что надо нахрен тратить время на подобные миссии, где засекать маршруты этих дебилов. Еще что-то делать тому подобное. То есть... придумывать схему, чтобы их обмануть. Ну давай, иди сюда, ебанько, блин. Я эти фонариком вон мигаю. Ой, я сегодня помчался. Идем. Хуй его знает, где это ходит. Ой. Сука, он где-то тут ходит. Ну, стену он вряд ли проломит. А, вот ублюдок. Патрулирует. Ага, сейчас он дриснет отсюда. Слышит-то он не очень хорошо, я так понимаю, и умный не очень. Давай, 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 напрягай, напрягай трицепсы. Работай грудными. А теперь вот эту дверь надо открывать. Могу не заметить, что в этот раз он пришел сюда быстрее. Блять. Достаточно далеко сейчас, интересно. Это надо посмотреть. Еще раз туда пройдет он, я щеманусь к той двери. Вообще, может, его за самую дальнюю надо запрятать, там у решетки обмануть, у сетки. Тогда у меня будет совсем овер до хера времени на открытие этой сраной затворки. Ну чё он? Патрульный. По-моему, он мимо прошел. Блять, да вот он ходит передо мной, сука, падла. Марамой, блять. Надо ему как котенком, лучиком, блять, поманить его. Пошел в жопу. Давай. Вся надежда на тебя, крути. А как дверь-то закрыть? Открыть? Это сюда идет. Иди отсюда нахер. Не, он зайдет, он зайдет. Патрульный, блять, хуев. Ну. Конечно.
Туповатый он, конечно. Давай еще покрутим это дерьмо. А, вот оно что. Обратно закрыть не? Мне так кажется, что надо было. Ну кто я к черту такой, чтобы учить эту умную женщину основам безопасности в хорроре? Так. Вынуть нахуй. Оп. Открылась решетка. Ага. А если я еще сюда ставлю? А, то нихера. Что логично. А, решетка-то, простите, она где? Ага. Вот там. Тот оттуда не вышел, скрипучий. А, видимо, в бой за каждый из предохранителей придется вести каждый раз с разными мобами, что вносит еще пару граммов интриги. Еще играя в хоррор, я где-то, наверное, раз в 15 минут делаю паузу и иду налить себе очередную кружку чаю, еще что-нибудь, чтобы дать булкам немного расслабиться, а то перенапряжешься, сведет. Все-таки смотрится тут все просто огонь. Все выглядит достаточно стрёмно, красиво. Ой, а тут намек на разрыв жопы. Так. А, так тут предохранитель вот уже рядом. Ну поверни ты камеру уже. В общем-то ничего сложного пока нету. Оу, а это что было? Что это такое? Ага. Обломает он полный, да? Хорошо. О, блядь, сука! Ох ты, блядь. Ой, заебись. Ты чё нас сделал-то, гондон? Ох, ёбаная лажа. Упс. Упс. Господи. Ой. Я думал, просто если ходить по ним тихо, то ничего не будет. А что мне с ним, я не понял, в рукопашную надо сразиться, что ли? Вы же мне даже топор одноразовый не дали. Чё-то хуйня какая-то. А. Вон оно теперь как. Наверное, надо залезть и подождать. Это мы умеем. Эй. Не та кнопка. Нахлопнуть дверью погромче, чтобы он пришел. Сука. Эй, придурок, дай.
Эй, мудил, отдай на пиво. Over here. А по шипам он не хочет пробежаться? Нет, почему-то он не хотел пробежаться по шипам. Вернее, он-то пробежался, а вот шипы что-то не сработали. Хорошая попытка. Что-то здесь какая-то аркада началась немножко. Ёбаный ты в рот, а. Тип раненый не хочет бегать. Он держится за свою бестолковую голову. Да и нахуй по черепу в натуре. Мне кажется, что я что-то не так делаю. Мне кажется, нужно... Шипы срабатывают не сразу, но тем не менее срабатывают. Может быть, надо их на шипы заманивать. Давайте сейчас попробуем сделать именно... Наверное, это. Как-нибудь. А, вернее, надо их держать на шипов. Over here. О. Получилось даже лучше, чем я планировал. Что ж, неплохо. Хорошо, что они оба спиной стоят. Надо как-то их заставить встать на шипы, вот в чем. Вся замутка. Вторую не вижу, где она. Где топор не лежит? Тихое убийство можно осуществить только при помощи оружия. Ну-ка, если его отсюда позову. Первый пошел. Еще одна тварь. Hey! Come here. А что это? Вы одноразовые, что ли? Сука, вот отстой. Их надо было двоих сразу тут ликвидировать. Hey! Ёбнутая баба. Сохранение, пожалуйста. Где? А-а-а. Там что-то непонятное впереди.
клетки. Они, сука, в клетках. Но я так думаю, что как только я этого выйду... Сломает. Пошли нахуй, черти. Ты быстрее можешь заходить, ебанько? И чё? Они-то уже сюда вышли. Так что если там за дверью Супермен нахуй с ракетницей не стоит, а он там, я вижу, не стоит. А, они наверху и тупят. Все. Я немножко победил. Да ёб твою медь. Что? Фу. Дьявольщина. Эй, где диван, где кошка? Почему тут опять кровь и осколки? А? Джозеф. Что-то я вроде спрыгивал не в лужу, ни хрена. Джозеф, ты в порядке? Ты тоже, благодаря Богу. Any sign of Sebastian? Nothing. Maybe we can go back and look for him. No. I mean, let's just get out of here first, then we can worry about Sebastian. Can we open this gate? I doubt you and I are strong enough. Что-то знакомый момент из игры. Quick, look around, see if there's another way out. Хитрожопый. Я нашла. Блять. Что такое-то? Джозеф? Пошел ты в жопу, Джозеф. О, а вот и бусинка. Это хороший знак. Да. Ну, комнатка не очень, но диванчик зато наш. Родной, кожаный. Зассанный кошкой. Это значит, что... Очередная серия подошла к концу. Все, и все расходимся снимать стресс. Кто, что, куда. Так что все, адьё.